Португальская столица Лиссабон во власти наводнения. В нескольких районах города отключено электричество, закрыты оживленные станции метро. Участились звонки в пожарную и спасательную службы. Между тем, информация о людях, пострадавших от большой воды, не поступала. Стоит отметить, что за последние несколько недель это уже второй раз, когда португальскую столицу подтопляет. Причина стихийного бедствия – непрекращающиеся ливневые дожди.